Всем привет! Вы на канале Мои рецепты и с вами Людмила. Этот вкусный салат из самых простых продуктов точно вам понравится. Особенно от его вкуса в восторге будут мужчины. К салату добавьте любой гарнир и ужин готов. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. Нарежу полукольцами лук и замариную. Добавлю сахар, соль, уксус и холодную воду. Лук получится кисло-сладкий и хрустящий. Отставлю в сторону и подготовлю другие ингредиенты. Морковь натираю на терке для корейской морковки и слегка обжариваю на подсолнечном масле, чтобы стала ароматной, но осталась хрустящей. Солю и перчу по вкусу. Для пикантности добавлю чеснок. Предварительно отваренную телятину в подсоленной воде с луком и морковью нарежу соломкой. Мясной бульон использую для приготовления первых блюд. Соленый огурец нарезаю соломкой. Рекомендую только соленый огурец, а не маринованный. Соединяю все ингредиенты в салатнике, а для остроты добавлю пару ложек кетчупа чили. Хорошенько перемешаю, и салат готов. Можно подавать сразу на стол, но на второй день он еще становится вкуснее. Получается остренько, пикантно и очень вкусно. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам за лайки и комментарии. До скорых встреч!